Сегодня в Ульяновской области затонула трюмная баржа. На ее борту было почти 3000 тонн гипса. Судно следовало из Татарстана в Тольятти. Подробности нам сообщили в региональном МЧС. Сегодня в 11:35 в Ульяновском районе затонула баржа, перевозившая 2700 тонн гипса. ЧП произошло в 4 километрах от берега на глубине примерно 16 метров. Экипаж буксира, состоящий из 6 человек, не пострадал. Экологическая обстановка в норме. Баржа следовала из Татарстана в Самарскую область. На месте ЧС находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Обстоятельства происшествия выясняются.